зацеп, бросок через бедро и подсад голенью. Техника безупречна. 12-летний Артем Ковтюх владеет японским боевым искусством уже 6 лет. На счету спортсмена 22 медали. Воспитанник «Динамо» выходил на маты в Беларуси, Латвии и Литве. На последнем турнире ему в очередной раз удалось покорить пьедестал. Артем привез в Бобруйск золото республиканского турнира по дзюдо. У меня был тяжелый соперник, я собрал все свои силы и стал первым. На татами в Гродно боролись 160 спортсменов со всех областей и столицы. Из-за пандемии на турнир не попали команды России, Украины, Польши и стран Прибалтики. К слову, некоторые предстоящие соревнования и вовсе отменили. Надеемся временно, конечно же. Уже бьют, хотят уже ехать на соревнования. Говорю, ребята, подождите. На Борис еще будет миллион медалей. Город на Березине в Гродно представили 5 юных дзюдоистов. В нашу медальную копилку они привезли полный арсенал драгоценных наград. 3 золота, серебро и 1 бронзу. Анастасия Шевцова, Максим Галенко. Бобруйск 360.